Всем здравствуйте! С понедельника, 5 августа 2019 года, на Первом канале состоялся премьерный показ сериала «Экспроприатор». Сериал создан по романам Андрея Константинова из цикла «Юность барона». Предыстория телевизионного сериала «Бандитский Петербург». Сюжет повествует о 1962 году. Молодой и удачливый вор Юрка Барон, провернув очередную квартирную кражу, едет из Ленинграда в Москву, чтобы встретиться с человеком из далекого и страшного своего прошлого. В поезде он вспоминает свою жизнь, которая наверняка сложилась бы по-другому, если бы не война, не репрессии и не родство матери с персональным шофером Ленина, имевшим неосторожность написать крамольную рукопись. Сериал показал неплохие рейтинги. Надумают ли его создатели снять продолжение? Можно ли надеяться на выход сериала «Экспроприатор» второй сезон? На данный момент нет конкретной информации. Пока дата выхода не обнародована. Но вряд ли будет продолжение, так как цель сериала – это рассказ о юности барона. Она выполнена. Сериал имеет логическое завершение. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч!